Всем доброе утро. Эвет Герден. Кстати, сегодня Пасха. Но я туда не пойду. Потому что это в этом здании, в этой церкви Пасха была неделю назад, в прошлые выходные. Это не немножко другая, да, католическая церковь. Это Таксим, и я хочу вам поснимать, как здесь еще мало людей. Хотя время 11 утра уже. Вот они начинают, туристы проснулись, подтягиваться. Ой, у нас наконец-то тепло. Хочу найти европейский завтрак. Так что поэтому я на такси. А я вот с утра хочу бургер. Ты с утра, да, ребенок с утра хочет бургер. А поэтому... Кто-то дует вообще. Поэтому мы приехали в центр позавтракать. Спасибо. Какие-то флажки висят. Это что, ДЖГП? Хотя вот эта реклама к выборам, она, по сути, запрещена. Так, ДЖГП вар. А, и вон еще плакат его. Реклама. Но к выборам... О, туристы за зонтиком идут. Группа. Не знаю, с какой они страны. Да, по этой дорожке не метро, а трамвай ездит. Так, теперь надо найти где-то кафе какой-нибудь, ресторан итальянский. И приземлиться. О, дяденька в шапке теплой. Обалдеть. Сейчас я вам его приближу. Ну, походу холодно, я тоже дождь. Военные, полиция. Что сегодня? Тусовка какая-то собирается. Чувак какой-то с камерой. Может, какой-то митинг будет или что-то такое, потому что центр тоже перекрыт. Красота. Обожаю Стамбул. Так рада, что здесь живу. Я, наверное, ни в каком другом городе в Турции не хотела жить. Мне очень нравится только Мармарис, но там очень скучно для меня, только на лето. Короче, ладно, следующее включение у нас уже будет с завтраком. Все, людей же становится больше. И, кстати, завтрака-то у меня еще нет. Короче, тут все оказалось такое. Сейчас будет дождь. Тут все оказалось такое, блин, турецкое для туристов, не для европейцев. Тут такой поток людей большой. Там кошка лежит, балдеет. А это, походу, курок. Мопсик. Мопсик там гуляет, да? Да, мопсик проходил. Я видела. Мопсик уже ушел. Я всегда думаю, вот на таксиме же кто-то еще живет, здесь есть жилые квартиры. Их мало очень осталось, это в основном все снимают, офисы, всякие шоурумы, магазины и прочее для бизнеса, но есть и жилые. Раньше здесь жила бабушка моего супруга. Трамвай! Трамвай! Заглох. Еле-еле люди стоят. Что, он сломался или это у него остановка? А он сломался походу. А дверь открылась. Дверь открылась? Дальше поехал, он высадил кого-то. Пока-пока! Ну как? Где? С Темиром? Нет. Это вкусняшка. Открой, покажи, что там у тебя внутри в бургере. Сейчас открою, вот он флаг. Я флаг разрываю. Там котлета, сыр и больше ничего. И кетчуп. Кетчуп мы не сами должны дочь положить. Вот он. Давай я положу. Ты открой сначала. И хлеб. Еще надо кетчуп. Ой, Етер. Много не клади. Кетчуп ты? Ну давай. Кетчуп. А я кетчуп. Он думает, это лайк. Папа шутит, что типа это острое. Дай закрою. Окей, закрою. Закрывай, закрывай. Надо надавить, чтобы щелкнуло, чтобы не вытекало. Все. Закроем. Все.
Ну как? Вкусно. Вкусно? Да, маленький. Вы тоже утро с бургеров начинаете? Да, немножко. Хотя он уже считается, уже 12 часов дня. Так что это уже обед, Мелисса, все? Я обедаю и завтракаю. Обедаешь и завтракаешь вместе, молодец. Обожаю этот пассаж. Но тут все чисто про алкоголь. Вот, кстати, цену можете посмотреть. Кстати, обычные цены не супер высокие. Ой, красота. Ну, это все рестораны. Это все рак, пиво, вино. Все аутентичное, старое, красивое. Вон даже. Вот это вверху не реставрированное. Называется это пассаж. А вон еще двери, пойдем покажу. Фу, но самое ужасное, здесь пахнет кошками. К9. А вот тут, смотрите, старое это. А, это не стекло, это фальшивка. Проходи. Фу, рыба воняет, я это думаю. Кстати, вот тут икра продается, черная, красная, все есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое пахнет? Нет, спасибо, гирикексо. Туристическая развлекаловка. Ходи, китель. Здорово. Баклава всякая, кинефе. Но это, наверное, не настоящая, а для видео. Сейчас я вам покажу целую гору. Я такая раз иду. Опа-на. Ну вот, чтобы вы понимали, Бенедикт я не нашла. Буду довольствоваться обычным омлетом с овощами. Стоимость этого блюда 75 лир. Кстати, недорого, потому что даже не в центре такие же цены в среднем. Что такое старое деревянное? Это вот на такси в одном здании. Все деревянное и не отремонтировано. И зашорканное. От этого такое ценное. Но 200 лет, он сказал мне тут парень, что этому зданию уже есть. Не упасть бы. Лестницы стерты. Чей-то был раньше дом. Живой. Ой. Но одна проблема. Здесь всегда пахнет всякими кошаками. Ну, как бы вы понимаете, да, с вентиляцией проблемы. Старые здания. Да тут даже Новый год у них не закончился. Просто напоследок погуляем по такси с вами. А вот он, отель Пера. Есть, кстати, сериал на Netflix турецкий про отель Пера. А люблю я эти старые здания. Так, где парковка-то? А, парковка моя, вон она, вон туда мне идти. Так, надо перейти дорогу, чтобы меня не сбили. Так, сейчас. Окей. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. Да-да-да, много русских, я вижу. Да, у нас такие вот тут афиши. Все, кому вообще. Все подряд. Это очень непривычно и удивительно такие афиши видеть. Даже анакондас приезжает. Даже Дэвид Гетто приезжает. Вот на него бы я бы сходила. Да блин, идти не с кем. У меня муж такое не слушает. А дочка еще маленькая. На этой замечательной ноте хочу с вами попрощаться. Мы идем пить чай
то мы вчера накрасили яички с дочкой. Наш кулич. Я не стала в этом году ничего стряпать. Это мне проще было заказать. Очень красивый. И там внутри шоколадный ганаш начинка. Так что все, кто верующий, вас поздравляю с Пасхой. А нам просто приятного чаепития. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!